С луком сильно соленый, прям язык щипит, если его едите без супа, а просто так. А вот с грибами для супа самое оно. Ну, еще бывает дружба и волна, но мне лично с грибами больше всего нравится. Я этих сыров с грибами, наверное, уже штук 30 смолотил. И подумал, надо как-то разнообразить рацион. Пойду-ка куплю для разнообразия с луком. И с луком я не смог съесть, то есть с грибами даже не приелся по сравнению с луком. Вот. От сыра с луком прям язык щипит и соли много. Всем пока.